Минус 11, я нахожусь в сад имени Баумана. Вот. Вот здесь вот, значит, часы работы парка написано, значит. Ну, он был подарен князем Голицыну городу. Вот, то есть это были его земли. Вот, и он как бы подарил городу. И здесь люди уже гуляли там до революции в этом парке. Вот, соответственно. Вот такая вот территория. Вот, ну вот здесь вот всякие вот есть. Сцены там для выступлений, кафешки. Вот, но здесь я поутру как бы иду. В воскресенье здесь все больше собачья площадка. Вот они здесь гадят на радость хозяевам. Вот, а здесь с этой стороны уже жилые дома. То есть, ну, для центра правильно, здесь где-то погулять-то не надо. В любом случае. Вот. Ну, здесь вот, в принципе, она территория достаточно такая большая. Они здесь каток делают даже. В саду Минималмана. Вот. И, соответственно, вот здесь народ гуляет. Мне, конечно, стремновато, потому что эти огромные псы без намордников, без поводков. То есть они признают это своей собачьей площадкой, соответственно. Здесь других не ждали. Вот, ну, названо в честь, соответственно, революционера Баумана, который как бы, ну, здесь погиб в 907-м, что ли, в каком-то году. Вот, соответственно, вот. Вот, вот здесь вот памятник Бауману, значит, я предполагаю, что именно этот Бауман революционер. Здесь кроме его фамилии ничего не написано. Ну вот я предполагаю, что вот здесь уже заканчивается, здесь вот, значит, выставки, значит, проводят на этих стендах. Вот, вот здесь вот, значит, сады-палисады, вот это там уже, как я понимаю, конец этому саду. Заканчивается территория, ну, в принципе, очень неплохо. Вот. То есть здесь людям где погулять. Ну вот, в принципе, территория заканчивается. Вот здесь капушки. Вот всяко. Вот, то есть вот, в принципе, все.